Всем привет. На академика Петрова кто-то здорово забухал, привязал свою собаку. Она двое суток привязанная сидит возле столба, короче говоря, как позвонили люди. Но, может, после Будунича вспомнить не может, где собака привязана. Поедем отвязывать. Собака агрессивная, как по разговору. Понятно. Но люди боятся подойти отвязать ее. Сейчас посмотрим, если агрессивная, может, забирать будем. Как она, что она. Ну, вполне возможно, просто ее отвязать надо, чтобы она нашла свой дом. Собака-то не дура, найдет дорогу домой. Попробуем сейчас. Привет! Ты злая? Ты злая собака? Да он сейчас сам отцепится. Давай, 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 сейчас он. Оп. Оп. Натяжку дай на себя. Ну, на этом как бы все. Барбос отвязан, побежал по своим делам. Все, мы едем дальше. По следующему, как бы, вопросу. В поселке Боровой, там на стерилизацию две девочки и маленькие щенки в приют.